Так, Сатурн. 24 минуты 1-10 июня 2019 год. Харьков. И снимать я пришел вообще-то противостояние Юпитера, оппозицию Юпитера. Но так как на Сатурн тяжелее навестись, начал я с него. Он ниже над горизонтом Сатурна, дальше гораздо, 1 400 000 000 километров от Земли. Ну, в общем-то, вот он, наш красавец. В принципе, тоже довольно близкое расстояние до Сатурна. Кольца видны. Дымка чуть-чуть есть на небе, но все же лучше, чем в предыдущей съемке. Все, Сатурн ушел. Будем теперь смотреть на виновника торжества. На Юпитер. Так, это фонари. Внимание не обращать. А вот это уже наш замечательный Юпитер. 640 миллионов километров до него. Он сейчас находится в оппозиции, в противостоянии. Ну, что такое? На одной линии с Солнцем. Земля, Солнце и Юпитер на одной линии находятся. Вот он. Вот он, наш красавец. Оп, сейчас справа спрятался Каллисто, спутник. Посередине Юпитер, что очевидно, конечно. Из-за него вылезает Европа, потом левее Ио и крайне левый Ганимед. Четыре галилеевых спутника отметили. Так, сейчас буду пытаться вернуть в кадр. Вижу Каллисто, вот он сейчас опять спрячется, выпадет из кадра справа. Да, Европа уже хорошо видно, отстоит. 15 минут назад она была еще за Юпитером. А теперь ее хорошо видно. Ну, по-моему, красота. 640 миллионов километров. Это не великое противостояние. Великое противостояние будет в 22-м году, через 3 года, тогда будет меньше 600 миллионов километров, 588 миллионов, по-моему. Оп. Да, вот это наш Юпитер. Самая большая планета Солнечной системы, масса которой в 2,5 раза больше, чем все остальные планеты Солнечной системы вместе взяты. И вон у нас какая еще красота есть, тоже грех не снять. Да, был бы Юпитер в 50 раз больше, было бы у нас два Солнца. Нас бы, конечно, тогда не было. Ну что, будем считать, повезло. Ветра практически нет, дымка есть, но небольшая. Фотоаппарат Nikon Coolpix P900.
83 крата оптики увеличение и 4 еще четверо цифрового увеличения. По-моему, неплохо. Повезло. Погодка нас все не баловала, а вот сегодня как раз дала пожить. Вчера ливень был, ну теперь уже позавчера. Ну вот эта вот дымка, она не дает фокусироваться нормально фотоаппарату. Луна уже низко над горизонтом, видно, как струящиеся потоки воздуха от земли создают, от земли вблизи земли создают такие вот колебания. Ну что, я доволен. Так, 30 минут 1, 10 июня 2019 год, Харьков. 50-я параллель северной широты.